связи. Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Андрей Владимирович Тарасенко с супругой Светланой Тарасенко. Добрый вечер! Становится ведущим экономическим, спортивным и культурным центром России на Тихом океане. А на нашей звездной дорожке президент Международного кинофестиваля, советский и российский актер театра и кино Александр Михайлов. Владивосток приветствует любимого российского актера. Более 75 ролей в кино и замечательные театральные работы принесли Александру Яковлевичу Михайлову народную любовь и уважение к таланту актера. Председатель основного жюри Международного кинофестиваля, российский кинорежиссер, сценарист Алексей Герман-младший. И супруга Елена Окопная. Алексей Герман-младший, обладатель множества наград в области киноискусства. Среди них премия «Ника» за лучшую работу режиссера в фильме «Бумажный солдат». Премия «Золотой след» Венецианского кинофестиваля. А не так давно на экраны вышел один из интереснейших фильмов режиссера Довлатов. Встречайте, члены основного жюри Международного кинофестиваля. Ян Фудун, современный китайский художник и режиссер. Коми Цюн, программный директор Тайбэйского кинофестиваля. И Бенни Леннон, Канада, программный директор. Международный кинофестиваль «Меридианы Тихого» – это конкурс полнометражного и короткометражного кино, панорама мирового кинематографа, программа российского кино, короткометражные, документальные, ретроспективные показы, семинары, мастер-классы и творческие встречи. Добро пожаловать! А мы встречаем аплодисментами членов жюри «Медпак». Журналист, кинокритик Мария Кувшинова, Россия. Пэ Чхан Хо, Южная Корея, режиссер. Мартин Перуан, художественный руководитель Международного фестиваля азиатского кино «Визули». И супруг Мартин Перуан, Жак-Марк Перуан. Международная организация, объединившая 30 стран-участников, была создана при поддержке ЮНЕСКО в 1990 году. Это паназиатская кинематографическая и культурная организация объединяет кинокритиков, кинематографистов, организаторов и кураторов фестивалей. Наши аплодисменты. Аплодисменты членам жюри Типреси. Майк Наапс, Нидерланды. Нахум Машиар, Израиль. Максим Козючец, Россия. ФИПРЕСИ, Международная федерация кинопрессы, существует уже почти 90 лет. Основной целью организации, которая теперь насчитывает членов более чем 60 странах мира по всему миру, является поддержка кино как искусства и как яркого и независимого способа выражения видения мира. Мы очень надеемся, что взаимная дружба принесет многолетнее сотрудничество.
Снова наш любимый город Владивосток принимает знаменитых актеров, режиссеров, продюсеров, людей, которые вносят огромный вклад в культурную жизнь нашего города. Участники туров по Приморью, замечательный артист Игорь Письменный. Гости нашего фестиваля полюбили наш прекрасный город Владивосток, море, сопки и гостеприимных дальневосточников. Добро пожаловать! Ваши аплодисменты! Партнеры нашего кинофестиваля Лариса Амельянчук и Алексей Амельянчук. Наши аплодисменты! На программе 16-го кинофестиваля «Pacific Meridian» представлено много программ, где каждый любитель кино непременно найдет для себя что-нибудь интересное. Это программы «Кино России», «Движение вперед», «Документальный экран», «Открытая площадка», «Семейный сеанс» и многие другие. Приглашаем вас! Встречаем! Советский российский кинорежиссер, сценарист, художественный руководитель детского журнала «Ераваш» Борис Грачевский. Человек, без которого невозможно представить кино для детей на экранах нашего телевидения. Владивосток приветствует вас! На нашей звездной дорожке замечательная семейная пара, советский и российский композитор Александр Журбин, Ирина Гинзбург-Журбина, поэт, переводчик, литератор. Добрый вечер! Александр Журбин является автором балетов, опер, мюзиклов. Песни на музыку великого композитора исполняют на эстраде многие известные артисты. И, конечно, невозможно представить прекрасные фильмы «Ведьюжник и король», «Колье Шарлотты» и многие другие без музыки Александра Журбина. Советская российская актриса театра и кино, телео- и радиоведущая, просто очаровательная Мария Голубкина. Мария Голубкина, дочь знаменитых родителей, продолжательница актерской династии. Кинообразы, созданные актрисами на экране, полюбились зрителям. Это фильмы «Француз», «Лев с тормашками», «Садовое кольцо». Хотим верить, что радость от встречи с городом Владивостоком будет взаимной. Гости нашего кинофестиваля. Замечательная Елена Прокопова. Замечательный кинорежиссер Дмитрий Астрахан. На приморскую землю. Это свидетельствует о том, что наш Приморский край развивается не только экономически, но и становится крупным и самобытным культурным центром, у которого есть все, чтобы проводить такие яркие и нужные праздники, сближающие народы и целые континенты. Да здравствует фестиваль «Pacific Meridian!» Ура, товарищи! Громче, громче, громче!
нашего кинофестиваля. Очаровательная Энди Макдауэлл. Сопровождение Алекс Спиллер и Кассандра Гариола. Энди Макдауэлл. Американская актриса и модель. Мы, конечно, знаем Энди как создательницу замечательных женских образов. Фильм «Дети в Ка», «Четыре свадьбы и одни похороны», «Вид на жительство». А также Энди является лицом французской косметической компании «Лореаль». Владивосток приветствует вас! Атмосферу фестиваля создает сближение представителей разных народов. Стираются границы между странами. Это место, где все говорят на одном языке. Языке, кино, и каждый здесь открывает для себя что-то абсолютно новое. «Меридианы Тихого» – это конкурс полнометражного и короткометражного кино. Панорама международного кинематографа. Программа российского кино. Короткометражные и документальные фильмы. Ретроспективы мирового кино. Семинары, мастер-классы, творческие встречи. Участники кинотуров по Приморью. Заслуженная артистка России Ольга Прокофьева. И Олег Акулич. Ежегодно в рамках кинотуров Приморье проходит до 50 выездных кинопоказов и концертов. В этом году российские артисты театра и кино вновь встретятся со своими поклонниками по всему Приморскому краю. Жители края могут посетить творческие встречи, пообщаться со своими любимыми артистами. Добро пожаловать в Приморский край! Встречайте, Ксения Лаврова-Глинка и Дмитрий Гоцтинер. Добрый вечер. Добро пожаловать в город Владивосток. Во внеконкурсных программах фестиваля будут представлены интересные фильмы текущего фестивального сезона. От ярких дебютов до фильмов именитых режиссеров, писавших свои имена в историю современного кинематографа. Режиссер фильма в программе «Кино России» дядя Саша Александр Гордон. Продюсер фильма «Дядя Саша» Назанин Абдул-Васильева Гордон. И актриса фильмов «Дядя Саша» и «Подбросы» Анна Слю. Конкурсная программа фестиваля состоит из фильмов, созданных кинематографистами из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. И представляет собой пеструю панораму актуальных сюжетов и новых художественных страстей, описывающих состояние региональной кинематографии. Во внеконкурсных программах будут представлены самые интересные фильмы текущего фестивального сезона. От ярких дебютов до фильмов именитых режиссеров. Участники «Кино России»,
актриса фильма «Как я стал» Софья Синицына, продюсер фильма «Подбросы» Наталья Ваклицкая и продюсер фильма «Как я стал» Юрий Обухов. Продюсер конкурсного фильма «Овдовевшая ведьма» Цзяо Фэн, Китай. И режиссер конкурсного фильма «Великий Будда» Куан Син Яо. И гости кинофестиваля. Добро пожаловать! Актриса театра и кино Ирина Лачина. Добро пожаловать во Владивосток! Меридианы Тихого – это место встречи как молодых талантов, так уже известных мировых кинематографистов. Это невероятная атмосфера слияния культур, жанров и вдохновения, которая не может оставить никого равнодушным. Это бесценный обмен опытом с коллегами, эмоции от просмотров картин и новыми ощущениями. Встречайте! Режиссер конкурсного фильма «Шелк и пламя» Джордан Шилли, США. Добрый вечер. Кинофестиваль «Меридиан Тихого» – это бесценный обмен опытом с коллегами, эмоциями от просмотра картин, новыми ощущениями и, конечно, профессиональными и дружескими знакомствами. Пусть площадка фестиваля станет удачным стартом для молодых кинематографистов и вновь подарит нам яркие открытия. Главный режиссер Новосибирского академического театра оперы и балета, режиссер приморской сцены Мариинского театра, режиссер-постановщик церемонии 16-го международного кинофестиваля «Меридиан Тихого» Вячеслав Старобубцев. Вячеслав Старобубцев тесно сотрудничает с Академическим театром имени Горького в городе Владивостоке. На сцене театра идут спектакли с огромным успехом прекрасного режиссера Вячеслава Стародубцева. Встречайте, гости кинофестиваля! Актер конкурсного фильма «Календарь» Кирилл Кукушкин. Добро пожаловать! И отборочная комиссия фестиваля едва ли не круглосуточно осматривают фильмы фестиваля. Работы много, и всем организаторам очень хочется, чтобы наш город полюбили гости фестиваля и приезжали к нам не один раз. Режиссер фильма «Мира» Денис Шабаев и режиссер фильма в программе «Кино России. Амбивалентность» Антон Бенжо. Добро пожаловать! Вновь замечательный город Владивосток радушно встречает гостей на фестивале.
и предлагает познакомиться с лентами известных современных режиссеров, открыть новые интересные имена. Актер театра и кино Олег Каритонов и продюсер фильма «Поминальная молитва» Алексей Кучеренко. В рамках программы фестиваля «Специальный показ» вы увидите спектакль «Поминальная молитва» в постановке режиссера Ефима Зринятского. Режиссер фильма в программе «Кино России» «Глубокие реки» Владимир Битаков. Участникам и гостям фестиваля успехов, новых запоминающихся встреч, а зрителям ярких впечатлений. Меридианы Тихого – это место встречи как молодых актеров, так уже и известных мировых кинематографистов. Это невероятная атмосфера слияния культур, жанров и вдохновения, которая не может оставить равнодушным никого. Это бесценный обмен опытом с коллегами, эмоциями от просмотра картин и новыми ощущениями, и, конечно, профессиональным и дружеским общением. Гость нашего кинофестиваля – художник Александра Одиева. Желаем участникам и гостям фестиваля плодотворной работы, новых встреч и приятного отдыха в Приморье, а зрителям интересных картин и ярких впечатлений.